Все, готовы? Аджин! Макс, сюда. Боишься? Нормально? Да. А что дальше? Да, если ты будешь молчать, я не буду тебя ставить. Мне бы тебя это сделали. Ты узнал всю штуку. Все нормально. Надо есть. А я? Не только не ты, а я. Отлично, красавчик. Че ты, что? Да я же сдался. Но... Да не надо, я не говорю, что он сдал. Ты посмотри еще раз. Понимаешь? Да, я ты берешь как вас. Ну не идет он в ту сторону. Вот ты взял за флаг. Вот он держит. Ты берешь отцу. Он руку выставляет. Он точно не может побегать. Он физически сильный, это не Макс, он берет руку. Еще раз руки вот здесь. Выключать, ты хочешь работать? Как ничего? Снизу, чтобы он не был. Нет, просто их там есть. Он должен идти сюда. Он должен. Оп, встал. Вот когда он так встал, ты тогда делаешь это. Задуши. Ложись на него, ложись. Миш, послушай меня. Раз физически себя, да? Сильнее. Раз у тебя мой мама, где же дальше у меня рука? Есть слух, что ты дай победу, ставь, я кормил ему, все, что хочешь. И все. Люба, тебя сколько? У меня 54. А у тебя? 47. Не, возьми его и мари. Матей, в стойку! Кто там сидит? Максим, пошли. Макс, как, живой? Да. Хорошо. Вот, Роман Андрей. Ромяй смирно, а можно разойти и с дедушкой пришел. Самый лучший тренер. Учитель физкультуры. Самый лучший. Просто не видели сейчас. Только игр. Thank you.
Вот сюда, быстро сели. Мне нужно еще Александр.